Нас учили в школе быть всегда хорошим, быть всегда учтивым и не ждать наград. Вот мы и старались выручать прохожих и случайным людям в жизни помогать. Радовались люди, что растет подмога, кто им с похмелюги пиво принесет. С полостью стаканы вынесет окурки и расскажет на ночь свежий анекдот. Если хочешь состояться, человеку помоги, что с фамилией твоею, да и с именем твоим. Ждет подмоги от тебя он, все бросай к нему, беги. В этом синтез милосердия, благородства и любви. Очень много в жизни ушлых симулянтов, ищут слабонервных, просят помоги. Много альтруистов, бросив все на свете, время не жалея, помогают им. Можно, да и должно помогать несчастным и в беду попавшим. Помогать всегда. Но кто нам поможет в жизни состояться? Кто же подсобит нам кем-то в жизни стать? Если хочешь состояться, человеку помоги, что с фамилией твоею, да и с именем твоим. Ждет подмоги от тебя он, все бросай к нему, беги. В этот синтез милосердия, благородства и любви. Человеку помоги, что с фамилией твоей, да и с именем твоим. Ждет подмоги от тебя он, все бросай к нему, беги. В этот синтез милосердия, благородства и любви.